Последний день уходящего 2014 года выдался беспокойным для автолюбителей Шымкента. 31 декабря дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Байтурсынова, Гани и Ляева. Здесь столкнулись автомашины Hyundai и Deo Gentra. Стоит отметить, что на момент аварии на данном пересечении не работал светофор. Со слов водителя Deo, он двигался по Байтурсынова. Увидев нерабочий светофор, он пропустил один поток автомашин, стоящих на Гани и Ляева. Когда Gentra тронулась, в этот момент в него врезался Hyundai, двигавшийся по улице Иляева в сторону бульвара Кунаева. По словам очевидцев, Hyundai двигался на большой скорости и столкнулся с Deo, после чего врезался в дерево. Водитель автомашины Hyundai получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожно-патрульной полиции. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью по улице Байдибек-Бей. Здесь столкнулись две автомашины «Лада Приора» и «Гольф» третьей модели. Со слов водителя «Приоры», владелец «Гольфа» решил совершить маневр, но автовладелец «Приоры» не уступил дорогу, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертв и пострадавших нет, автомашинам нанесен материальный ущерб. Причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожно-патрульной полиции.